свидания. Мы прибыли на место. Путешествие без багажа. Это вот, вот так вот. Мы уже устали идти. Нас должны встретить, ищем нашего встречающего. Чувствуется, что здесь влажный какой-то воздух, прям выходишь, ему мокро. Как будто после дождя, хотя здесь не было дождя, все сухо. А мы садимся в машину вообще, непонятному чуваку, он так смотрит. Игорь, нет. А что мы сигнали? А до скольки работает? Господи, достопримечательность местная. Что-то со светом тут напряг. Короче, мы заселились. Что там написано, посуду с кухни не относи. Так что бери одну стопку. Да, конечно. Мы сейчас прорепетируем, как работают двери, потому что я как только не закрываю, то они открываются. Открывай. А, все. Окей. Откроешь? Ты не можешь открыть? А так?